Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов встретился с родителями учеников школы «Багратион» и вместе с ними проинспектировал работу учреждения. Одно из пожеланий родителей касалось высоты раковин в санузлах начальной школы. Они находились слишком низко. Подрядчик уже исправил эту проблему. Другой вопрос связан с размером меловых досок. Некоторые ученики не видят записанный материал с задних парт. Глава округа напомнил, что все доски соответствуют стандарту, но возможность их замены будет изучена.